Так, сейчас, 2 секунды. Я кое-что посмотрю. Нельзя расслабляться. Мы в шаге от спасения. Сперва думаем, потом делаем. Где ты хочешь смотреть? В интернете? Эй, у меня тут да. Идея. Я хочу посмотреть, сколько у этого дерьма глав. Стоит присмотреть за себя. Смешная ты. Я уже здесь почти конец, либо 12, либо 13. Ты это говорил еще 10 глав назад. Я вообще Господи, только сейчас... 13 глав здесь. Ну, я же сказал. Ой, я немножко проспойлерила себе. Ну, ладно, я думаю, это было не слишком... Вот эта чувиха, которая похожа на Харло. Этого Данте, да. Она сейчас, короче, заразится, возьмет бензопилу и убьет нас. Я знаю. Потому что я слушаю это. А мне так насрать, потому что эта игра такая отвратная. У вас надо для покупки следующей модернизации. Нам нужны мины, и я знаю, как их смастерить. Ну да, всю жизнь мечтал прогуляться по карантинной зоне. Мне плевать, что где? Там на самом деле задумала Шарлотта. Реально занесло. Если здесь вы так и оставите серпо здесь, то не будем. Серпо придется подержать. Господи, здесь. Есть люди, которые что еще и что еще может. Всякие квесты дают. Сайт-квесты делали. Ты что, смотришь, что сидишь? Нет, я играю. Просто я тут случайно нажала на мужика, он мне попытался... Пиндюрить. Дать свой сраный квест. Я сказала, что... Нет, не сегодня, Тревор Роджерс. Так, кому нам? Возьмите катер. Пойдем уже, а? Я не знаю, что ты не разговаривал. Разговаривал бы, пропустил бы весь диалог. Если Серпо думает, что Харлоу хочет сбежать на корабле, этот корабль все еще должен стоять где-то в зоне карантина. Когда доберетесь туда, поищите его. Быть может, это наш единственный путь к спасению. Ну, все. Пойдем за Харлоу. Разберитесь лучше с Харлоу. Через вниз. Нет. Блять, куда идти-то? Через вертолет. Я тут была. Нет, дальше обратно совсем. Что-то здесь большое такое, шумное. Я знаю, что означают эти. Кто? Эти колесики, морские рули. Ну? Переход друг, ну, в какую-то зону, открытие какой-то зоны. Ясно. Мне это в будущем пригодится. Конечно. Еще целых 2 главы жить. А вдруг я такой, что-то я сайд-квест решил сделать какой-нибудь. Это такая... Ну. Полюбас. А, я тогда просто нажму выход. И ты будешь один делать эти сайд-квесты без меня, пожалуйста. Нихрена я такой. Блин, меня тут надо. Давай играть, я как сели, не хочу играть. У тебя, кстати, показано, куда идти?
Ага. Это было ага или ага? Это было ага, да, показано, куда идти, а что, почему ты спрашиваешь? Ну, потому что... Бля, куда идти, не знаю, куда, щит, говно, игра. Ну, сейчас показано, раньше нет. Первые ворота отпадают. На той стороне их несколько сотен. Со вторыми наверняка то же самое, но лучше проверить. Вдруг придумаете, как. А сейчас уже не показано. Трамплина. А теперь показано. Хоу. Ну, как это странно, она включается и выключается. Ну, потому что ты же не слышишь, что они о чем-то говорят, так ведь? Да потому что, мне кажется... И здесь то же самое. Всем должно быть насрать, кстати, о чем они говорят. Неподалеку есть бульдозер. Отвратительная игра. Может, удастся выломать ворота. Бульдозер? Постой! Тут кое у кого идея получше. Прошу. Да. Бульдозера можно сделать отличное оружие. Загрузите его чем-нибудь огнеопасным, скажем, канистрами с топливом. А потом запустите его через ворота и подожди. Слышала? Что? Безумная затея, но может сработать. Короче, сейчас в стиле Left 4 Dead. Ищем канистру, устанавливаем бульдозер. Вот они. За что? Да не вот рядом, блин. Специально для таких, как ты, они учли, что... Давай я на выход тебе все повыкидываю, а ты сам их поднимешь. Куда вот так грузить? Ты учти, что вдвоем все делать быстрее. Наверное. Я думаю, в Colonial Marines мы, наверное, только завтра уж поиграем. Почему? Она у тебя точно с диска нормально пойдет? Бери последнюю канистру. Так я не знаю, как устанавливать с диска в Steam. У меня со Скоримом с этим были очень большие проблемы. Я установила. Ну давай я попробую. Может, добавлю еще. Если не получится, то поиграем в. Да все посмотрим. Подожди, нам еще это пройти надо. Out your friends. Я вспомнила. Так, все готово. Запускаю. А, они просто поставили наверх канистру и он поехал. О, господи. О, какая отстойная игра. Все как ты любишь. В смысле? Я не люблю отстойные игры. Считай это... Игрография коопа. Что это игра? Игрография коопа. Ну, то есть ты во все коопные игры, как кинцо всякое смотришь. Так. В таком же ключе играем в кооп. Я не поняла, что ты говоришь. Ну, музыку потише сделай. Нет, тебя я слышу, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну помнишь, ты мне вчера сказала, я не смотрю говнофильмы, я смотрю фильмографию. Нет, это ты сказал, типа, ты пойдешь смотреть говно. Я говорю, я смотрю не говно, а фильмографию. Ну вот, вот и сейчас ты не в говно играешь. Все, теперь понятно. Спасибо за разъяснение. Подсказывался кто-то. Что-то здесь чуть больше, чем дофига.
Осторожно, граната, убегай. Куда, в какую сторону? Ты забыла сказать, что осторожно, я ее уже кинула, да? Можешь не торопиться. В какую сторону? Так вот с тобой играешь. Ладно, прости меня, пожалуйста. Что, понравилось? Так. Как-то вниз надо спуститься. Так, что нам здесь найти надо? Проберитесь в доки. Готовься к смерти. Что-то надо сделать. Ты знаешь, как туда пробраться-то? Дай выйти. Б. Город мертвых. Вначале как мы играли? О, пошли, какой квест будем делать? Вот этот, не, давай вот этот. О, как здорово! Игра года. Чего? Когда это такое было? Ну, про игру года. Ты уже просто не помнишь. Ну-ну. Брехун.
сраная ведьма. О, станок, станок. Там что-то. Ты по нему стреляешь, да? Ты музыку включила? Такой чуть-чуть кантри. Кантри? Здесь тоже музыка. Так, что нам здесь делать-то надо? Так, что нам делать-то? Приберитесь в доке. Нашла выход в доке? Что не ищешь? Полюбас где-то на первом этаже. Так вдыхаешь. Ну все. Ну, где выход? Какие фотки? А может, сюда не нужно было? Нет, я так думаю. Просто дом для
Это точно где-то здесь. Абсолютно. Ищите цель. Что там по времени? 5 часов. 3. Куда собралась? Куда не иду. Блин. Боже. Да! Вот нам нужно как-то туда вниз спуститься. А как? Как нам спуститься вниз? Думаешь, нам надо вниз? Думаю, да. Там, по крайней мере, проход. Я пробовал то запрыгнуть, нифига. Видишь, там лестница. Вот как-то туда попасть надо. Прохождение смотришь? Не. Карту смотрю. Иди сюда. Иду. Ах ты ж. Прикинь, да.
ближе ты! На эту херню я не могу залезть. Да ну нафиг. Все. Все. Интересно, почему это место называют восточным шлангом? Может, на карте оно похоже на шланг? Теперь я сильнее. Ты где? На лестнице. А что ты там делаешь? Не знаю, туда не надо. Там тупик. Ну, надо туда. У меня вообще-то как-то... Ну ладно. Ого. Я эту. Ведьму. И шотгана. Как шотнул. Власти явно пытались сдержать вирус. Они просто не знали, с чем они их делали. Слушай, шотган-то вообще... Он нормальный, пока под ноги гранаты не попадают. Чё? Ты опять гранаты кидаешь. Пардон. Я хотела тебе сказать, но подумала, что ты убегаешь уже оттуда. Как я могу оттуда убегать, если даже не вижу, когда ты их кидаешь? Нет, ну... Опять апчик.